Сухая Тунгуска. Километров за 5 до Большого Порога. От Большой Сиговой я вот до сюда ничего не снимал. У меня был энергетический кризис. Солнечную батарею намочил, и она не заряжала. Сейчас вот просохла, заработала. Вот это да. Пойду посмотрю. Все, перетащил байдарку. Пойдем к каменюгам. Ничего себе там падение какое. Ну теперь до речки Дьявольская. Там мне нужно наловить на обед хорюсков. Что-то тут через какую-то плиту вода течет. Плита так на берег выходит. А вот и устье Дьявольское. Посмотри, веночек. То, что тут стоит.
Сначала Хариус взял, он там далеко, потом здесь пинок свой. Хариус не сошел. Так, надо поправить. А, еще ж посолить можно, соленый почему не делал. Хватит. Котлетки сделаю, может, одного-двух посолю. Главное блюдо сегодняшнего дня. Котлетосики. Мне прям уже слюни текут. О, хорошо, когда много дыма. Мухи улетели все. Ну все, пока печка набирает мощность, займемся фаршем. Ничего себе гора. Так, ну вот печь вышла на номинал. Фарш я замешал. Масло. Черные точки вон в сковородке, это комары упали. Туда и не дорога. Ну все, наверное, готово. Я тут еды наготовил. Теперь не знаю, оставаться тут ночевать или нет. Медведь вот. Коса вот. 30 метров. Я вот сижу, готовлю, глаза подымал, он в лес бежит оттуда. Здоровый такой. Это вот эти геологи, туристы. Это он местный прикормленный медведь. Ходил объедки сюда искать. Скорее всего. Картофельное пюре, котлетосики, чай. Сейчас поем и подумаю, ночевать здесь или нет. Просто на каком-то скальнике встал. Лодку даже не разгружал. Во 2:00 ночи только сюда пришел. На завтрак сегодня кускус с рыбными котлетками и чай с видом.
стратегический запас котлет на сплавной день. Обеденная остановка. Сейчас будет картофельное пюре с соленым хариусом. Очень вкусно получилось. Поэтому хочу в первую очередь съесть. Вдруг испортится. А котлетосики так по ходу сплава точу. Уже половины нет. Знал бы, может быть, сюда бы спустился, когда медведю поляну уступал. Такая избушка. Такая прям слоистая, что за материал? Очевидно, камень. Такая прослойка темная, прослойка светлая. Устье реки Таборная. Пережидал здесь дождь. Нормально так ливануло. Сразу комары напали. Это вот сама сухая тунгуска. Таборная впадает через такие какие-то диагональные выходы камней. Лабиринт целый. Еле сюда вот прошел. Ну, надо идти дальше. Мне еще километров 10-15 сегодня надо сделать. Сегодня полдня шел дождь. Прям отливал знатно. Загнал меня вот на такой вот ступочек. Потому что берега вообще крутые. В траве валуны встать вообще негде. Выскочил сюда. Такая пауза у дождя была. Встал. Палатку поставил. И дождь вообще кончился. Ну и вообще так покапывают. Не знаю, что завтра будет. Сейчас чай тут кипячу. Картофельное пюре сделал. Котлетки разогрею. Ну и все остальное тоже наладится. Выдалась пауза в дожде. С самого утра моросящий дождь с периодическими зарядами обычного дождя и ветер встречный. Прям классика. 3 года назад был на сухой, до Таборной мы на моторах поднимались. Тоже провожало северным ветром, низкой облачностью, дождем.
с подками на этом гуске в прошлом году тоже под такую погоду выходил последние два дня. Сады папоротника. Как будто специально высаживают. Сейчас птенца видел, какой-то хищной птицы. Прям вдоль берега ходит. Гнездо где-то наверху, тоже там в метре от воды. Из такой из норы видно вышел. Там и мусора больше всего было. Ты кто такой-то? Представься. Ну кто такой? Обеденная остановка за 10 километров до устья Сухой. Нужна рыба на ужин сегодня и на завтра на полдня, или еще на корабль котлет запастись. У меня окушок уже есть один. Так, что-то взяло. Судя по всему, тоже окунь. Щучку бы. Ну, окунь тоже ничего, тоже вкусный. Пойдет. Вот такие здесь вот эти динозавры. Чистить их я не люблю, только руки калечить. Они... Солнышко греет впервые со вчерашнего дня. Так приятно. Километров 6 осталось до Енисея. Тут речка впадает или протока это. Надо щучек попроведывать. Сейчас тут немного порыбачу. Взяла. Ух ты, тут еще одна стояла. Еще одна. Сколько их здесь? Котлетами я обеспечен, да?
Да мне удочку не сломай. Сама в лодку хотела запрыгнуть. Пойдет такая на котлеты. Подо мной тут травы нету, там что за трава? Вот, тут прям возле меня плывет, вот она щука. Ну-ка, увидеть нет, блесну. За кустом стояла. Здесь за кустом стояла. А, опа, за блесной пришла обратно. Сейчас бросим под кустик. Сейчас приманим обратно. Опа! Взяла. Но это не она, что-то мелковатая. Или это вообще не щука? Кто это? Успокойся. Мы тебя не едим. Выжил я в Енисей, вот как раз слева это сухая Тунгуска, а вот туда это все Енисей. За весь маршрут так ни одного человека я не видел. Что сейчас вижу пароход. Встретил первых людей на маршруте. А теперь у меня есть вот что. Просто мечта. А это варится экспериментальный продукт. Пельмени. Ну, форма у них получилась соответственно экспериментальная. На вкус, я думаю, это не повлияло. Сейчас попробую. Может, включу в обязательное меню. Я туда добавил местного лука. Топленого масла в фарш добавил. Должно быть вкусно. Пельмени даже поинтереснее котлет. Надо их включать в обязательный рацион. Очень недурно. Просто космос. Где небо, где земля, вообще непонятно. Только черта берега. Байдарка. Ну и тишина.
Уткин, это не маленькая конструкция. 104. Подхожу к Костину. Что-то моторок даже не видно. Тут полтора дома среди тайги. Но тем не менее пароход должен меня здесь забрать. Так получается, пароходу придется шлюпку спускать и за мной отправлять на берег, если причала нет. На рейде встанет, отправит шлюпку. Так бы, если лодки были, кто-нибудь бы меня отвез на пароход. А почему лодок нету? Тут вообще никто не живет. Или мне просто не видно. Сейчас поближе подплыву, может, есть лодки. Вон, вижу моторку, там и кричали. Спиннинг, когда на рыбалку собирается. Или приехал с рыбалки. Ну вот и все. Мой маршрут окончен. Осталось парохода дождаться. Оттуда.